где он номер запомнил, что он всю жизнь спохабил. Я приехал домой, вот 51 дом, чтобы вернуться на стоянку. Ну нет, дело в том, что... С огруды я приехал, понимаете, ну, нет. Мне плохо стало, потому что я каждый день какаю. Я вот покакал, да, потому что патриот это можно там, давайте, понимаешь, нет. Кричать. Я там штаны снял, поехал спокойно на стоянку. Кричать, этот давай. Идиот, тот разведал свою машину и всю жизнь мою спохабил. Я тебя найду. То есть в вашей проблеме виноват другой водитель, правильно? Да конечно, он что, придурок, он его развернул машину. Гололед из-за этого, наверное, да? Так он газанул на первую передачу, вот так развернул и все. Mm-hmm. Я бы сейчас машину спокойно поставил, пошел бы домой. А просто вопрос сторонний. Поставить автомобиль, а потом употребить алкоголь можно или нет? Чтобы поставить машину на стоянку, ну, идти домой и дома употреблять. Да, можно. Чтобы машина стояла на стоянке, вот. Это можно. А у вас-то получилось наоборот. Вы сначала употребили, а потом на стоянку поехали. Или я ошибаюсь? Я ехал, короче, домой, заехал домой жене, да, с огорода, чтобы трубы завернуть. И чтобы потом, я вот приехал, поехал машину ставить на стоянку, этот идет. Едет и разворачивает свою машину. Ладно, чтобы состояние ваше до конца понять, вы с утра употребили или вчера употребили, или в обед? Я сейчас немножко выпил, потому после? Что такие придурки на дороге бывают. Из-за этого? Из-за этого, конечно. А вы что думаете-то?